спустя годы, 19 сентября 2021-го, патриарх Кирилл лично прибыл в Волгоград, чтобы совершить великое освящение возрожденного кафедрального собора святого Александра Невского и возглавить проведение первой божественной литургии. На месте события в сердце города, на площади павших борцов, работают передвижные телевизионные станции, чтобы зрители телеканала «Волгоград-24» смогли стать сопричастными к грандиозному историческому событию. Мой коллега Артем Ямщиков на связи со студией. Артем, расскажите, что происходит в соборе и на территории вокруг прямо в эти минуты, и, конечно, об атмосфере. Левин, и вновь приветствую с этого места, где сегодня происходит историческое событие – великое освящение собора Александра Невского. Если можно одним словом описать атмосферу, которая здесь сейчас происходит, то это слово «трепет». Священный трепет тысяч верующих, которые уже в эти минуты собрались как в Александровском сквере, так и на площадь павших борцов. Это православные нашего региона и паломники со всей страны. Люди с нетерпением ожидают прибытия патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Именно он и проведет церемонию великого освящения храма. Она начнется уже меньше, чем через час, ровно в 10 часов. Патриарх возглавит крестный ход вокруг собора. Затем таинство церемонии переместится уже внутрь храма. Увидеть его во всех подробностях пришедшие смогут на площади павших борцов, на огромных выносных экранах. А наши телезрители в прямой телетрансляции. Это событие готовилось много дней, чего стоит благоукрашение огромного собора. Мне удалось заглянуть внутрь храма еще до проведения церемонии, и там действительно все готово. Собор производит колоссальное впечатление. Само церемония великого освящения – это довольно длительный процесс. Он начался еще вчера с вечерей и продолжился всеношным бдением. Прямо сейчас в храме находится большое количество священнослужителей, все они заняты подготовительными обрядами. Как я уже сказал, церемонию проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уже прибыл в Волгоград, и его прибытие ожидается сюда с минуты на минуту. Это символично, потому что именно представитель Русской Православной Церкви в 99 году, посещая Волгоград еще в сане митрополита, ратовал за то, чтобы собор возродился в Волгограде. И его строительство началось в 2016 году. Продлилось ровно 5 лет. Всего 5 лет, потому что если сравнивать с собором, который мы утратили в 1932 году, тот строили 15 лет. Как и тогда, сейчас собор построен полностью на народные пожертвования, а также пожертвования меценатов. Его действительно строили всем миром. Материалы для строительства собора предоставлялись огромным числом предприятий Волгоградской области. Все время, пока собор строился, работал попечительский совет, который возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Именно глава региона в 2015 году и утвердил то, что в Волгограде собор будет возрожден. На это его и благословил в 2016-м патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 5 лет собор строился строго по графику, несмотря на всю большую сложность, чего стоило только проектирование собора, ведь не осталось абсолютно никаких документов и чертежей с тех времен, и поэтому современным архитекторам пришлось сверять буквально по фотографиям размеры кирпичей, чтобы собор стал точной копией утраченной царицынской святыни. И благодаря компьютерному моделированию все получилось. Фактически собор стал точной копией. Единственное, он стоит не в историческом месте, а за трибунной части. Тем самым, несмотря на это, он стал таким настоящим завершением всего ансамбля центра города и аллеи героев. Еще один важный момент. Всю эту неделю синоптики обещали в воскресенье пасмурную, прохладную, ветреную погоду и даже дождь. Но сегодня в Волгограде по-настоящему тепло. Светит солнце, и его лучи отражаются в огромных куполах собора и на его крестах. Это, наверное, тоже Божья благодать большой церемонии. Я сейчас попрошу режиссера трансляции еще показать, что у нас происходит в соборе, возможно, людей вокруг него, которые ждут начала этой великой церемонии, этой исторической даты, когда восторжествует историческая и духовная справедливость. Аллилуйя!
Слава Тебе, Святая Троица, Боже наш, во веки веков. Еще хочется отметить, сейчас вокруг собора такая благовенная тишина. Верующие продолжают пребывать, но вот уже совсем скоро все 18 колоколов храма заговорят. И заговорят навек, уже не будут смолкать, как это, к сожалению, происходило в смутные времена гражданской войны. Сейчас к храму, к этому, безусловно, грандиозному событию продолжают прибывать и десятки журналистов со всей страны. Церемонию Великого Освящения Собора увидят по всей России, да и, наверное, во всем мире. Но самая лучшая картинка, без купюр, во всех подробностях, будет в прямой трансляции нашего телеканала. Несколько десятков камер будет работать как вокруг собора, так и внутри него. Таинство церемонии можно будет увидеть даже в алтарной части, куда запрещено посещение простыми верующими, где могут находиться только священнослужители. Но и такое исключение сегодня сделано. Остается буквально несколько минут. Все, повторюсь, находятся в трепетном ожидании. На площади Павших Борцов уже точно несколько тысяч верующих, как и тех людей, которые находятся в Александровском сквере. Верующие, конечно, своими глазами хотят увидеть прибытие патриарха Московской Всей Руси Кирилла и торжественное проведение крестного хода. Ну, а мы будем продолжать наш эфир ровно в 9:50. Смотрите в прямом эфире телеканала «Волгоград-24». Прямую трансляцию Великого Освящения Возрожденного Собора Александра Невского. Thank you.
Мы благодарим Артема Ямщикова и всех наших коллег, которые вместе со всем регионом готовились к этому особенному историческому дню и дают возможность зрителям в режиме онлайн увидеть, что происходит за считанные уже не часы, а минуты до великого освящения возрожденного кафедрального собора Александра Невского. Весь этот день на телеканале «Волгоград-24» предусмотрено специальное программирование. Все главные кадры вы увидите в нашем эфире.